Выход один на один. Бросок не точно Сен-Пьер атаковал. Прозевали его. Выкатился на ударную позицию. Сорокин его не доставал. Не промахнулся. А Энгрин закрывал ближний угол. Это все Арон Полушай на площадке. И только сейчас он отправился на скамейку запасных. Сен-Пьер, Пелетье, Сен-Пьер, Шаби и гол! 1-0. Прозевали. Выскочил, как черт из табакерки, с скамейки запасных. Мартен Сен-Пьер и расстрелял ворота. Полушай, Райт. Полушай, Райт и Андерсон. Вот такая тройка. Марк Флат и Билл Томас. Еще один нападающий. Медведчак. 4 нападающих, 1 защитник. Пас на дальнюю, шайбу ворота. Она застряла, она срикошетила и оказалась в сетке. Вот так вот неожиданно для Анте Энгрина. 2-0. Арон Полушай, его шайба записывается. 3-й гол. 11-е набранное очко. Это у американцев. И мы ждем повтора. Андерсон. На защитника. Не стал он бросать. Пас! И хороший бросок в дальний последний. А вот теперь провал. И теперь атака Атланта. И во всем блеске Марк Овуя. И провел очень неплохую комбинацию. Отмечаем, конечно, пас. Бросок не подкачал. Метил Мэтт Андерсон. Пошла шайба с крюка. Но шайба по-прежнему под контролем Медвещака. Скрытная такая передача. И вот здесь вот, конечно же, чуток подкачал. Энквиста там по всему фронту атакует. Но схитрился сделать передачу. Ну что, бросать надо? Добивание где? Шайба не накрыта. На www.ticketshop.hr можете по погодним ценам наći пакете за 5 преостали домаћих утакмица у студену. Следећу утакмицу играмо већ преко сутра, у недељу, 16.11. у 17.30 у Ледену Дома спорта против Витязя из Подольска. Удается Медвещаку выйти со своей половины площадки. Пелетье уже в чужой зоне. Сорокин рядышком. Прижимают Пелетье к борту. Но борьбу выигрывают хозяева. Опасный момент. Гол! И какой гол от Паскаля Пелетье! Захваливайте Пепелеру! Вот здесь борьба. Дерами на площадке. Чернов. Энквист. Пас! Гол! Петр Врана забрасывает такую нужную шайбу. Брэндон Сигал там проспал своего Петра Врану. Видите, Сигал только подъехал, а в этот момент Врану уже бросил. Райт. Не будет свистка, потому что чисто все было. Силовой прием на входе в зону против Райта был применен. Знаете, вот судьи по-разному трактуют подобные эпизоды. Немец провел такой хороший, эффектный силовой прием. Шайбу Таратухин. Ну, в зоне удержали, но в пользу игроков Медвещака. Шайбу игроки Атланты. Так, технично. И счет становится 4-1. Ну, странный гол по меньшей мере.
Вот, смотрите, катится, игрок успешно. Это Пелетье. И вдруг шайбу отвоевывает. А здесь катят сразу два игрока Медвещака. С помощью ворот обыграл Пелетье соперник. Такой же красавец Мартен Сен-Пьер. Выиграл борьбу на пятаке и чуток задел шайбу клюшкой. Черенков, обратите внимание, но это казалось достаточно, чтобы смутить Ата Энгрена. Обычно невозмутимо. Видите? И шайба предательски так скапливает с передачи Сен-Пьера. 3-0. Потом счет становится 3-1. Отличается Петр Врана.